Продолжение темы культуры. Детская школа искусств Новоуральска – одна из немногих школ в Свердловской области, где есть орган. На днях здесь открылся 9-й органный сезон Новоуральского филармонического общества. В этот вечер слушателям была представлена программа «Русский альбом», рассказывает Юлия Балдина. Концерт был посвящен темам отечества, семьи и любви к прекрасному. С первых звуков органной музыки зрители погрузились в атмосферу, наполненную теплом и душевностью. Произведения, выбранные для программы, отражали самобытность и разнообразие русской музыкальной традиции. Государственная корпорация «Росатом» в лице программы «Территория культуры» «Росатома» помогали нам и помогают с приездом замечательных музыкантов. Великолепных музыкантов звезд органной музыки. Поздравляю вас с праздником! Сегодня у нас очень важное событие. Мы открываем 9-й органный сезон. Это говорит о том, что наш коллектив на протяжении уже 8 лет постоянно работает вместе с этим удивительным инструментом, который мы приобрели всем миром. И хочу, конечно, сказать огромные слова признательности нашим ребятам и преподавателям, кто подготовил сегодня программу. В концертной программе прозвучали авторские переложения отечественной музыки 19-20 веков в исполнении лауреатов международных конкурсов Марии Мерзловой и Стеллы Слесаревой. Особое внимание в программе было уделено юным музыкантам школы искусств, которые также выступили с ярким номером. Они исполнили пьесу из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Этот, почему я сказала, особенный для нас концерт, потому что он необычен во всех отношениях. Во-первых, сам концерт называется «Русский альбом». Будет звучать музыка русских композиторов на органе. Очень интересное наполнение, причем я говорю, это необычный концерт. В каком плане это будет? Музыкальная, литературная, художественная композиция. И в этом концерте не так много исполнителей, которые будут, собственно, играть на органе. Были задействованы всего два ученика школы искусств. Это Платон Завьялов, он обучается по образовательной программе «Орган», и Евангелина Овчинникова, которая впервые вышла на сцену исполнить свою пьесу на органе. Я сегодня впервые буду играть на органе. Я училась очень-очень мало. Я буквально несколько раз играла на нем. Он не очень сложный. На органе я занимаюсь уже как 3 года. Инструмент очень даже интересный. 2 мануала, то есть в руках 2 клавиатуры плюс 1 клавиатура в ногах. Достаточно хорошая концентрация должна быть, чтобы играть на этом инструменте. В этот вечер через великое русское искусство слушатели органного концерта прикоснулись к тайнам русской души. Отечественная музыка, живопись и поэзия наполнили атмосферу концертного зала детской школы искусств теплом и гармонией. Юлия Балдина, Дмитрий Дедюхин, Андрей Васильев. Объектив «Итоги».